Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги, журналисты БУК ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. О государственности и суверенитете. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции, прошли в областном центре. Энергоэффективное жилье, комплексное озеленение, технологии. Областной семинар собрал в Бресте ведущих представителей строительной отрасли региона. Что дальше? В Бресте продолжается кампания по вакцинации групп риска от коронавируса. Когда вакцину предложат и другим категориям, и как грамотно подойти к этой прививочной кампании, компетентный ответ из первых уст. Об этом и многом другом в программе «Итоги недели» прямо сейчас. Начало рабочей недели ознаменовалось важным политическим событием. 15 марта – День Конституции Республики Беларусь. К этой дате в нашей стране приурочены различные мероприятия и акции, в рамках которых сотни молодых людей впервые получают важный документ в их жизни – паспорт гражданина Республики Беларусь. Этот день стал значимым и волнительным для нескольких десятков молодых жителей областного центра и Брестской области. Губернатор, главы Ленинского и Московского районов нашего города поздравляли в этот торжественный день талантливых учащихся школ, гимназий и лицеев с получением паспортов и вручали важный документ лично в руки. Обзор самых важных мероприятий в нашем первом материале выпуска. Праздничный день, День Конституции, белорусские юноши и девушки, достигшие возраста 14 лет, получают главный документ своей жизни – паспорт. А потому волнение на их лицах вполне объяснимо, ведь с момента получения главного документа они станут гражданами Республики Беларусь. Государственный документ – это паспорт. Что он дает вам? Он дает вам права, в первую очередь, которые сегодня Конституцией определены в нашем государстве. Это права и гарантии, которые вы получите от нашего государства, но и получив паспорт, у вас появляются еще обязанности гражданина Республики Беларусь. Это три неотъемлемые части вот этого документа, который называется «Паспорт Республики Беларусь». Торжественного вручения важного документа из рук в руки от председателя Брестского облсполкома были удостоены 26 самых талантливых ребят области. Это активная инициативная молодежь, за плечами которой несчетное количество наград в различных конкурсах и олимпиадах, а также спортивных состязаниях. 21 молодой человек получит сегодня паспорт. Это самые достойные люди Брестской области. Они победители олимпиад, различных творческих конкурсов, различных патриотических акций и так далее. У нас еще будет 5 человек, которые победители областной игры «Квиз Конституция». Это лучшие ребята, лучшие 5 человек из 2000 молодых людей Брещины. Вот, скажем так, самые эрудированные молодые люди. В праздничный день, День Конституции Республики Беларусь, паспорт был вручен еще 800 юношам и девушкам по всей Брестской области. И этот день они запомнят надолго. Как и отличники учебы, активисты школьной, лицейской и гимназической жизни, призеры и победители различных конкурсов и олимпиад, которые собрались в Брестском филиале предприятия «Белтелеком», чтобы тоже получить документ, удостоверяющий личность. Поздравил ребят лично глава администрации Ленинского района, а также председатель молодежного объединения БРСМ. 15 марта 1994 года. Была принята Конституция Республики Беларусь, ну и определено, так сказать, основной закон, по которому принимаются другие законы, подзаконные акты, и живет государство. Сегодня проходит очень много мероприятий, посвященных Дню Конституции, и уже традиционным стало вручение нашим молодым ребятам паспортов граждан Республики Беларусь. Сегодня мы именно на базе Белтелекома вручаем 15 гражданам нашего государства, нашим ученикам школ, паспорта гражданина Республики Беларусь. Всебелорусская акция «Мы, граждане Беларуси», посвященная Дню Конституции, стала для ребят важным событием в их жизни, память о котором они пронесут еще через много лет. На данном мероприятии мы вручаем свои молодежные билеты нашей молодежи. Это уже полноправные члены нашей Белорусской республиканской союза молодежи, которые могут в дальнейшем развиваться в нашей организации и целеустремленно идти к своим целям и желаниям.
Церемония вручения паспортов в Московском районе проходила на базе лицея номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина, и не случайно. Учреждение с большими традициями и историей как раз-таки является местом консолидации самой амбициозной молодежи района. Конечно же, важно сказать и о том, что для каждого из молодых людей это событие было приятным, ведь оказаться в числе лучших, в числе тех, чьи успехи важны для района, всегда почетно. Уже она стала доброй традицией, что в день Конституции Республики Беларусь в Московском районе города Бреста, именно в этом учреждении, лицея имени Пушкина, вручать паспорта ученикам, которые, скажем, первый важный документ в их жизни, который является на самым главным документом. Потому что, получая сегодня паспорт, они становятся полноправными гражданами Республики Беларусь. И, соответственно, они являются опорой для старшего поколения, ну и строителями нашей республики в целом. Поэтому это очень важно и символично, что в День Конституции им вручаются паспорта гражданина Республики Беларусь. Паспорт – это документ, который показывает личность человека. В паспорт вносится все, что об этом человеке есть. Чрезвычайно волнительно это для меня, вот это вручение паспорта. Я говорю, меня изначально шокировала эта новость. Для меня это очень волнительно. Я вообще не ожидала, что вот так вот будут официально вручать паспорт. Я хорошо учусь и стараюсь учиться, поскольку у меня есть в будущем своя цель, и я хочу к ней стремиться. Кто-то из этих юношей и девушек впервые на мероприятии такого формата, поэтому сама обстановка настраивала на некоторую торжественность и важность момента, а полученный документ станет новой страницей в жизни каждого из этих молодых людей. Развитие строительной отрасли стало центральной темой расширенного семинара, который прошел на текущей неделе в областном центре с участием губернатора региона Юрия Шулейко. Программа большого мероприятия была рассчитана на целый день, и для этого были свои основания. Задача – посмотреть лучший опыт, оценить те принципы, которые используются при возведении жилья и объектов социального назначения, и пересмотреть то, что не дает развивать сектор дальше. Сегодня руководством страны подставлена задача сделать все возможное, чтобы вводимые квадратные метры соответствовали тем требованиям, которые диктуют мировые рынки, при этом успешно использовать импортозамещение и новые технологии. На главных строительных площадках вместе с участниками областного семинара побывала и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Разговор о насущном участники семинара начали не в административных залах, а непосредственно на объектах, где разговор о строительстве был бы более предметным. В числе первых площадок микрорайон Юго-Запад-5. Сегодня здесь идут завершающие работы по возведению жилых квадратных метров. Однако, как отметил в рамках доклада заместитель председателя горосполкома Николай Якубовский, это не единственная точка строительного притяжения. Сегодня в городе существуют еще площадки, куда со временем придет жилой сектор. Это те места, где мы сейчас в городе интенсивно строим. Это большие микрорайоны, вот Юго-Запад 5, вот улица Лейтенанта Рябцева, потом вот эта первая линия, что мы проезжали по Варшавскому шоссе, дальше у нас эта четверочка, у нас Юго-Восточный микрорайон, первая очередь, и шестая часть, это у нас получается Малиновка, куда мы поедем. Плюс еще семерка у нас ГОБК возле западного входа, это мы переводим производственные базы в жилую зону, это такая актуальная, новая, модная тема. И восьмой район, территория Интендантский. Это уже, как я его называю, Интендантский 3, бывшие военные городки. Вот это последний этап строительства этих городков. Микрорайон ЮЗМР-5 – это один из примеров успешного развития инфраструктуры на местах. Сегодня в шаговой доступности здесь будет все для того, чтобы будущие жильцы чувствовали себя комфортно. Яркие многоэтажки радуют глаз и постепенно заселяются. Губернатор региона Юрий Шулейко высоко оценил уровень проведенных работ. Однако заметил, что в таких районах, к сожалению, не хватает зеленых насаждений. И над этим сегодня нужно работать. Когда мы сдаем молодое жилье, вот микрорайон находится перед нами, мы не видим того озеленения, которое необходимо фактически со сдачей дома, чтобы был уют, чтобы, так сказать, не были просто пустые площадки там детские. Поэтому сказано четко сегодня руководителям строительных предприятий, потому что когда сдается дом, и он проектируется, проектировщики
Вы видите на стендах, да, я показывал, что сразу готовые большие деревья, да, возможности технологической посадки есть. Большую часть жилой застройки юго-западного микрорайона 5 осваивали рабочие предприятия «Брижилстрой». Сегодня именно эта организация является одним из основных подрядчиков при возведении многоквартирного жилья в регионе. Кстати, именно «Брижилстрою» принадлежит идея развития системы умных домов на энергоэффективных источниках топлива. Один из домов уже сдан в эксплуатацию. Говоря об инновациях, стоит заметить и тот факт, что в своем большинстве предприятия работают на своих материалах. Кроме того, постепенно здесь осваиваются и новые технологии. Так, с учетом белорусских погодных условий, был пересмотрен рецепт краски для фасадов зданий. На новые образцы теперь гарантия может доходить до 20-25 лет. Фасады для нас это была раньше больная тема, но мы сегодня ее практически поставили на место, разработав свое направление, модернизацию проведя, купив оборудование, мы закупаем немецкие краски, составляющие. Сегодня они дают базу, гарантию, что будет долговечный фасад. И исполнение, потому что раньше исполнение мы не видели, мы не знаем, и химия, она очень тяжело, ну, проверяется, входной контроль тяжело сделать. А сегодня, когда мы сами делаем, когда мы сами контролируем, когда мы уверены в качестве выпускаемой краски, и, соответственно, поднялся, ну, мы видим, что мы сделали правильно. Квартира под ключ – еще один бонус, предлагаемый предприятием. Губернатор смог лично оценить качество проводимых работ на примере внутренней отделки, сдающихся в эксплуатацию домов по улице Грюндвальской. Жилец имеет право выбрать комфорт и после получения документов ключей заселиться в уже полностью готовую квартиру в развитый район, где, к слову, совсем скоро заработает новый медицинский центр. Его возведением занимаются специалисты предприятия «Облсельстрой» вместе с другими подрядными организациями. Сметная стоимость объекта – 51 миллион рублей. 35 миллионов строительно-монтажной работы и 15 миллионов оборудования. За прошлый год выполнено строительных монтажных работ 18 миллионов. В этом году за 2 месяца выполнено 4 миллиона. В среднем где-то в месяц выполняется около 2 миллионов рублей. Новый медицинский центр – это комплекс объектов социального назначения. Здание запроектировано в виде трех блоков, связанных между собой галереями. Это взрослые и детские поликлиники, а также женская консультация. Работы здесь идут согласно графику, поэтому сдача объекта должна произойти в установленные сроки. Принципиально важно то, что на возведении новых зданий задействованы именно брестские организации. Их труд ценят не только в регионе, но и за его пределами. В Брестской области расположены одни из сильнейших строительных предприятий, которые сегодня и возводят, строят город, строят области много, в том числе и сегодня строят наши предприятия в Калининграде, жилье в Москве и так далее. Качественный труд начинается с сильной внутренней дисциплины, ответственности, корпоративной этики. В рамках поездки губернатор побывал и в строительных городках, где посмотрел, какие условия создают наниматели своим работникам. Ведь это в своей мере влияет на общий дух трудового коллектива и в целом на качество проводимых работ. Частные застройщики давно оценили важность этого показателя и остановились на нем, хотя пока доля этого сегмента на рынке строительных услуг не так велика, хотя ощутима. К слову, именно эти компании, как правило, задают тон в вопросах возведения объектов нового формата. Так, в областном центре завершается строительство района Малиновка, главной изюминкой которого стали таунхаусы. Это как один из примеров более индивидуальной застройки. К слову, жилье такого типа также пользуется популярностью. Но есть и другие предложения, которые со временем также должны стать популярными, уверен губернатор. Мы сегодня хотим разработать, и сегодня «Брижилстрой» работает над тематикой. Это дома, это панельные, как правило, дома, быстро возводимые и очень, так сказать, высокого качества. То, чтобы потребитель за умеренные деньги в кратчайшие сроки мог смонтировать себе дом, это может быть с отделкой, без отделки, но перейти к дизайну, перейти к качеству, к хорошим потребительским качествам и, конечно, чтобы квадратный метр сегодня соответствовал покупательской способности. И не только их применение в сельской местности, что немаловажно для того, чтобы туда построить в агрогородках и чтобы работали молодые специалисты, вот, привлекать их. Но это и для тот, кто сегодня покупает участок, разрабатывается проект, мог возводить максимально быстро, короткие сроки, качественный, интересный, многофункциональный дом. Примечательно, что объемы жилищного строительства предполагается ежегодно наращивать. С 590 тысяч квадратных метров в этом году до 685 тысяч квадратных метров в 2025. Мы обеспечили выполнение задания в полном объеме, ввели 680 тысяч квадратных метров жилья. Из них обеспечили более 2800 многодетных семей, которые получили реально свое жилье.
Это огромные цифры для области по вводу жилья, что касается многодетных семей. На этот год планка немножко меньше, и это 1700 многодетных семей, которые мы должны в этом году определиться с их улучшением жилищных условий и обеспечить вводом 1400 многодетных семей жилыми помещениями. Вот. В целом, что касается строительного комплекса, то, безусловно, стоит задача по сохранению его мощностей. Понимая, что внутри области данных объемов недостаточно, мы ищем эти объемы за пределами как области, так и за пределами республиками, работая на экспорт. В ходе пленарного заседания шел разговор об итогах работы предприятий и организаций строительного комплекса за 2016-2020 годы и задачах на 2021. Также рассматривались вопросы выполнения государственной программы строительства жилья, качество выполняемых строительно-монтажных работ, загрузки предприятий и экспорта услуг. Накладчиками был озвучен ряд проблемных вопросов, в том числе связанных с несовершенством действующего законодательства. При подведении итогов акцент был сделан на безусловное соблюдение качества выполняемых работ, техники труда, порядка на площадках. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о том, что важно и что касается каждого. Иммунизация групп риска, таких как медицинские, социальные работники и педагоги, в областном центре идет полным ходом. И если практически все медики уже получили свою дозу иммунитета, то работники территориальных центров и учреждений образования начали этот процесс только с 10 марта. На данном этапе намерены вакцинировать порядка 1500 работников данных сфер. Прививочная кампания проводится на бесплатной основе и в добровольном порядке. На данный момент в областном центре прививочные пункты организованы на базе 6 поликлиник, а также в Брестской городской больнице номер 2. Как проходит вакцинация, что делать, чтобы записаться на прививку и какая следующая категория граждан получит свою дозу иммунитета? На эти и другие вопросы ответы узнавали наши корреспонденты. В прививочном кабинете Брестской городской поликлиники номер 1 педагог английского и немецкого языка Марина Забродина. Женщина с нетерпением ждала того момента, когда и для педагогов появится возможность получить свою дозу иммунитета. Ведь ее работа предполагает постоянное контактирование с большим количеством людей, а значит, необходимо со всей ответственностью подходить к процессу вакцинации. Мне кажется, что нам нужно создавать популяцию вакцинированную где-то до 70%, чтобы мы изжили вот эту вот болезнь, чтобы она стала равной гриппу. То есть прививаться раз в год, в два года и получать антитела. И чтобы население перестало закрываться на локдауны, и чтобы у нас наша жизнь шла так, как шла до этого. Процесс иммунизации вакциной «Спутник Ви» проходит в два этапа. Сначала вакцинируют первым компонентом, после истечения трех недель – вторым. А значит, уже через 2-3 недели у человека появляются антитела, которые станут отличной защитой от COVID-19. К слову, новая партия российской вакцины «Спутник Ви» отличается от предыдущей фасовкой, что делает процесс иммунизации проще и быстрее. По сути, однодозная вакцина более удобна, поскольку не нужно собирать людей, конечно. Не нужно, чтобы они ждали в очереди кого-то очередного, кто подойдет на вакцинацию. Это, конечно, удобно. Вот, для нас это замечательно. И в любой момент человек может подойти. Мы прививаем с 8 до 20:00. В это время все подходят, все желающие, кто желает привиться, подходят, прививаются. По информации Министерства здравоохранения, в апреле начнут прививать население. Уже сейчас составляют списки желающих сделать прививку от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно и дистанционно. Просто позвонить в колл-центр поликлиники, номер которой указан на сайте. После этого медицинский сотрудник запишет всю необходимую информацию и сообщит, когда приходить. Он должен относиться к первой поликлинике. Фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, адрес, домашний телефон и мобильный телефон. Участковая медсестра перезвонит и пригласит на прививку. Желающих получить свою дозу иммунитета достаточно много, причем активнее всего интересуются люди старше 60 лет. К слову, специалистами Министерства здравоохранения ставится задача привить не менее 60% населения. Чем выше коллективный иммунитет, тем лучше, есть возможность бороться с этой инфекцией. То есть, как против гриппа. Вот мы достигли 40% охвата. Если он раньше был он низкий, лет 10 назад, сначала 11, потом 20%, потом 30, 35. И последние годы охват населения 40% составляет.
против гриппа. И у нас уже не отмечается таких эпидемий, высоких подъемов заболеваемости. Как отмечает главный санитарный врач Бреста и Брестского района Геннадий Радченко, вакцинация от коронавирусной инфекции в будущем будет ежегодной, как и против гриппа. Ведь, как известно, иммунитет сохраняется на время. Уже через 8 месяцев он частично слабеет, а году практически исчезает. Но перед тем, как сделать прививку, стоит убедиться, что она вам не противопоказана. Это непереносимость компонентов вакцины или компонентов сходных вакцин, это тяжелые аллергические реакции в анамнезе, это острые инфекционные и неинфекционные заболевания, это хронические заболевания в стадиях обострения, беременность и период вскармливания и лица до 18 лет. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели». Продолжая медицинскую тематику, стоит остановиться еще на одном событии. Автопарк скорой медицинской помощи областного центра накануне пополнился новыми машинами. За счет средств спонсорской помощи были закуплены два новых автомобиля марки Citroën. Теперь оказывать квалифицированную медицинскую помощь своим пациентам доктора смогут быстрее. Церемония передачи ключей от новеньких машин состоялась с участием председателя Брестского горосполкома Александра Рогачука. Все подробности прямо сейчас. Несколько десятков бригад медиков выходят на смену ежедневно в Бресте. Пик активности обращений пациентов, как правило, приходится на утренние и вечерние часы. Вопросы и просьбы, с которыми обращаются люди, достаточно разные. Пик коронавируса бригады скорой медицинской помощи города пережили напряженно, но успешно. Без внимания не остался ни один пациент. Доехать экстренно врачи смогли до каждого нуждавшегося в консультации опытного специалиста. Не последнюю роль в оказании своевременной помощи играет хорошая автобаза. Именно на ее обновление акцент сделан в 2021. Машины скорой медицинская помощь не всегда активно используется. Ну, несомненно, когда в условиях работы с ковид нагрузка возрастает, это тоже несомненно. Ну, у нас, в принципе, существует на протяжении последних пару лет такая проблема, что износ автомобилей скорой медицинской помощи увеличился. Ну, благодаря вот в 2020 году, благодаря спонсорской помощи предприятия определенного города, сейчас вот приобретено два прекрасных автомобиля Citroën. На этом мы не останавливаемся, конечно. Запущена еще процедура закупки вот с понедельника. Будем приобретать, выделены с местного бюджета деньги в размере 520 тысяч белорусских рублей. Будем приобретать еще 4 автомобиля скорой помощи. Автобаза медицинских учреждений Брестского горосполкома – это большой парк различных автомобилей, из которых 33 машины скорой медицинской помощи. К сожалению, в силу постоянной эксплуатации техника требует регулярного ремонта и обновления. Теперь же на линию выйдут две новые машины. И качество и безопасность лично проверил мэр города Александр Рогачук, который прибыл на объект, чтобы передать ключи от новеньких иномарок. Автомобили имеют большой просторный салон, что, скорее всего, станет основанием для их переоборудования в транспорт для больных с проблемами сердечно-сосудистой системы. Нам УКС городской оказал спонсорскую помощь в размере 250 тысяч рублей. Вот за эти деньги были закуплены автомобили. Автомобили Citroën, дизельные, ну, автомобили современные уже. На балансе у нас 33 автомобиля скорой помощи, но износ большой, поэтому на линию выезжает ежедневно, ну, не более 28 автомобилей. До этого мы купили 4 Форда. До них купили два Рено маленьких. В прошлом году на тысячелетие города нам Беларусьбанк подарил Мерседес. Вот. То есть, скажем так, из 33 автомобилей примерно 16 автомобилей – это иномарки. За руль новенького Citroën в ближайшее время сядет его водитель Петр Литвак. Трудовой стаж мужчины на этом поприще почти четверть века. И он, как никто другой, знает, что важно в эксплуатации таких машин. Новинки он чрезвычайно рад. Новое есть новое. И удобно, и уже более совершенно. Совсем другое. В ближайшее время два новых автомобиля пройдут регистрацию в ГАИ и выйдут в город, чтобы помогать тем, кто действительно нуждается в экстренной медицинской помощи. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Достаточно много сюжетов в марте мы посвящаем представительницам прекрасной половины, нашим берестейским женщинам. Их сила, ум, красота, трудолюбие и огромное сердце, в котором есть место для каждого, кому нужна помощь, не могут не удивлять и не вдохновлять. Бесспорно, под эти характеристики подходит немалое количество представительниц прекрасной половины, а лучших из лучших определил областной этап конкурса «Женщина года 2020». Лауреатов и призеров наградили в стенах Дома культуры железнодорожников. Кто они? Самые обаятельные, привлекательные и успешные женщины края, в чем видят секрет своих побед и как находят силы и возможности для того, чтобы быть и успешными в профессии, и дома. Ответы на эти и многие другие вопросы в нашем сюжете.
Когда звучит слово «женщина», то вместе с ним в сердце невольно отзывается ассоциация «мама». Природа наградила представительниц прекрасной половины удивительной возможностью дарить жизнь, делиться теплом и любовью с теми, кто действительно в этом нуждается. Брещенко Юлия Петровская сегодня мама в большой и дружной семье, где вместе с родными малышами живут и приемные. В детском доме семейного типа, куда Юлия с супругом пришли в качестве родителей и воспитателей, они обрели свои столпы силы и духовности. Принять, открыть миру, научить быть добрыми, искренними ребят, которые долгое время были лишены заботы и ласки, не так просто. Но чуткое женское сердце находит заветный ключик. И постепенно закрытая детская душа вновь готова к встрече с миром. Можно, конечно, в разных сферах деятельности себя попробовать, но я считаю, что самое главное – это семейный очаг, это дети. Я очень рада, что мои приемные дети родились в моем сердце, в моей судьбе, и мы вместе. Высоко оценен труд Юлии Петровской на областном уровне. В рамках конкурса «Женщина года 2020» она стала победителем в номинации «Материнская слава». Всего же в большом перечне 6 категорий, на каждую из которых были номинированы около 50 представительниц прекрасной половины. Членам жюри было непросто выделить победителей. Послужной список каждой из конкурсанток был достаточно велик. Победители этого конкурса – женщины с разных регионов. С города Бреста, с Жабинковского района, с Брестского района. Победители, 6 женщин, которые заняли первое место в каждой номинации, поедут защищать честь нашей области, республику. 20 марта, уже совсем рядом, состоится республиканский конкурс. Руководители предприятий и организаций, ведущие специалисты на производствах, многодетные мамы, успешные бизнес-леди. Такие они, успешные женщины Брестского края. Их трудолюбие и активная жизненная позиция во многом пример для коллег-мужчин, а также большая поддержка для представителей администрации на местах. Это и те мероприятия, которые посвящены, наверное, подготовке к учебному году, да, подготовке, наверное, сохранению и ценности семейных отношений. Мероприятия, вот, наверное, и в первая, вторая волна ковида тоже показала взаимодействие и учреждений здравоохранения, и членов организации, да, то есть это и помощь медикам определенная была оказана городской организации. То есть ряд мероприятий, которые, в принципе, наши женщины принимают в городе Бресте. Немаловажно. Что заставляет женщин, хрупких по своей природе, выбирать такие профессии, брать на себя ответственность и задачи наравне с представителями сильной половины. Забегая вперед, ответим. Всеми нашими героинями руководило огромное желание быть полезными другим. Валентина Плечко, как руководитель первичной организации Белорусского союза женщин, уверена, что каждая, кто чувствует в себе потенциал, должна его реализовывать и объединять вокруг себя других. У нее это получается хорошо. И как результат, победа в номинации – активная гражданская позиция. Хочется сказать, что ключевым словом нашей активной первичной организации является «вместе». Вместе подарим улыбки детям, вместе соберем ребенка в школу, вместе праздник в каждый дом, вместе поможем молодым, вместе за Беларусь. Большим перечнем профессий, с которыми на ура справляются женщины, уже давно никого не удивишь. Многие признают, дамам свойственен более ответственный подход к делу, что, впрочем, распространяется не только на работу. Большинство из приглашенных – отличные жены и мамы. Все они в праздничный день достойны внимания, заботы и, конечно же, приятных подарков. Хорошим дополнением вечера стал праздничный концерт, который погрузил всех приглашенных в удивительный мир музыки и света. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК ТВ. К другим темам. На протяжении недели жители и гости нашего города следили за праздником классической музыки, 4-м международным конкурсом пианистов имени Святослава Рихтера. После долгих месяцев подготовки, разучивания нотных партитур и оттачивания техники, участники показали виртуозное владение инструментом, чем порадовали жюри и зрителей. Каждый гость и наставник втайне переживал за своего фаворита, но больше всех волновались сами участники, ведь уровень конкуренции был действительно серьезным. Наконец настало время подводить итоги. Самые яркие моменты большого музыкального праздника в сюжете Людмилы Лагодич. На кадрах хроники выступление Святослава Рихтера, которого еще при жизни назвали величайшим пианистом мира. Однажды, когда маэстро был в Бресте, волею случая с ним познакомилась педагог Брестского музыкального колледжа Лилия Батырева. С этого момента дружба, основанная на любви к искусству и восхищении талантом гения, затянулась на многие годы. И на свет родился конкурс, который объединил самых талантливых пианистов стран ближнего и дальнего зарубежья. Я счастлива, что мэр города очень хорошо проникся
Феликса, я ему много подробного рассказывала, он сам читал его высказывания об рейсе, и поэтому проникся тем, что он не отказал и согласился со мной проводить конкурс. Даже Александр Степанович предлагал каждый год, я сказала нет. Конкурс – это немножечко трудное дело, это не просто концерты, это надо, чтобы выросли артисты, это надо, чтобы выросло поколение, чтобы подготовилось, готовить программы. И достаточно будет, большие конкурсы имени Чайковского делают раз в 4 года, 3 года, а мы сделали в 2 года. Конкурс удивлял с первых звуков музыки. На церемонии яркого и торжественного открытия, где гостей порадовали своими выступлениями, учащиеся Брестского музыкального колледжа имени Ширмы и специально приглашенные исполнители. А дальше началась самая волнительная часть – напряженные отборочные туры, которые проходили в двух возрастных категориях, где участники из музыкальных колледжей, академий и даже консерваторий день за днем боролись за право стать лучшими. Я как член жюри третий раз – наблюдаю рост уровня молодежи. Вот, меня это очень радует. Всегда очень рад сюда приезжать и рад, что меня приглашают. И вообще должен сказать, что власти очень доброжелательно относятся вообще к этим всем начинаниям, к этим инициативам Лилии Григорьевны. И, вот, и это тоже очень большое значение имеет. Так ярко и виртуозно представляли свою страну учебные заведения педагогов-конкурсанты. Несмотря на общий высокий уровень мастерства участников, среди них были те, кто завоевал особую любовь публики и самые продолжительные аплодисменты. А ведь именно это, пожалуй, и есть критерий истинного таланта, какой был у гениального Рихтера. Святослав Теофилович Рихтер очень часто бывал у нас в Бресте, часто очень выступал, любим нашей публикой, и в принципе он с уважением и любовью относился к нашему городу. И поэтому закрепить в памяти брещан, гостей города этот факт, это, этим конкурсом, это очень хорошая идея. Поэтому мы, конечно, с радостью принимаем наших гостей. И в этот год, в том числе, не самый простой для приема большого количества людей. Мы рады, что люди откликнулись, приехали. Собралось представительное жюри и очень хороший, высокий уровень исполнителей. И вот, наконец, долгожданная церемония награждения победителей. Не остались без призовых мест брещане. Они достойно представили наш город. А лучшими из лучших стали Георгий Дороднов из Саратова, минчанки Анастасия Карпук и Кристина Грицкова. Очень все здорово, эмоции переполняют. Очень счастливы, очень волнительны, конечно же, в то же время. Я, конечно, очень рада, что получила первую премию, но это было очень неожиданно. Огромное спасибо моему любимому педагогу Владимиру Андреевичу Дулову. Конкурсная неделя пролетела незаметно, но впереди у этих талантливых юношей и девушек еще много побед. И кто знает, может, через 2 года мы опять увидим их среди участников 5-го международного конкурса пианистов имени Святослава Рихтера. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, не свои события, какими их увидели корреспонденты ВУК ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54 63 67. Не забывайте канал ВУК ТВ вести в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким.